Всем привет на моем YouTube-канале, как всегда, Мукбанг у нас. И значит, мы сегодня будем обсуждать темы, как всегда, мужчины и женщины, отношения, темы 18+, все, что касается нас, мужчин и женщин. Итак, под каждым моим видео есть ссылка на донат и карта Сбербанка, куда вы можете перечислить на помощь развитию канала. Кто это делает? Ну, в основном все делают это на карту Сбербанк мою. Вот, всем спасибо, кстати, всем привет. И что я сегодня буду есть? Я сегодня буду есть, у меня нога индейки и с пюре. Ну, вот можно как-то, да, вот так поставить. Я не знаю, как удобнее, чтобы вам было видно. И вот так я сейчас уберу. И также, ребят, все, что здесь на канале, я говорю, это мои личные примеры, примеры моих подруг, мои фантазии, да, где-то преувеличение, так что не воспринимайте близко к сердцу на себя мои истории. Это чисто развлекательного характера этот канал, так что кому приятно послушать, поржать или поддержать в каких-то ситуациях, добро пожаловать. Ребят, кстати, я вижу, что подписчики потихонечку все... Ну, пополняются, подписываются. Вот, так что всем привет еще раз моим новым подписчикам. Я хочу есть. Я как всегда, не завтракала, потому что у меня дневной мукбанг. Я не пробовала, что получилось из этой ножки индейки. Она большая. Так, ага, тут у меня... Блядь, испугалась, соскользнула. Прям в косточку мне упирается. Ладно, я вот так поставлю. Думаю, ничего страшного, будет удобней. Так, знаете что? У меня такой вот вопрос назрел. А куда делись вообще все эксгибиционисты, которые это голыми в плаще ходили и... Вкусно. Куда они все делись? Знаете, я жила рядом с садиком, и мы там гуляли. Маленькие, когда были в садике, гуляли, ну, когда садик закрывался вечером, мы туда выходили гулять. И там постоянно шарился один мужик, ну, я думаю, лет 30, наверное, вот такой молодой он был, и он нас все время зазывал. И показывал, он был не в плаще, он был в обычной одежде. И показывал нам свой причиндал. Это было практически каждый день. И при том, что самое удивительное, что мы родителям про него не рассказывали. Мы ржали над ним, знаете, как маленькие дети. При том, что он выбирал только девочек, то есть он мальчикам не показывал. Он... Первый раз, ну, насколько я помню, как он первый раз или какой-то раз, он просто, не то, что он подзывал, а он, чтобы на стороне, вот, знаете, вдалеке ты стояла и, главное, смотрела, как он себе, значит, дрочил. И еще был дед, который просил... садиться к нему на коленки, он, знаете, так ногами подрыгивал, ну, типа, я не садилась, садились, ну, там, другие девочки, ну, как другие девочки, вернее, там были просто девочки из неблагополучных семей, ну, вместе мы гуляли, да, вот, так они садились к нему на коленки, а мы просто, знаете, на турниках там висели, смотрели, ржали, но вот удивительно, ни один из ребенка, из нас, да, из детей не сказал, не рассказал это родителям, что ходит какой-то дядя. Один показывает нам, значит, свой писюн. Вот, значит, ну, ненормальный, да? Да иди ты себе девушку найди. Нет, он детям показывал член. Ну, я думаю, многие с этим в детстве что-то такое подобное сталкивался. А второй дед, прям старый-старый дед, он не щупал, он не лапал, кто ему садится на коленки. Он просто, знаете, типа как... катал, подергивая ногами. Вот такое вот было.
Я вот, кстати, вспомнила, вчера лежала и думала, и ужаснулась тому факту, что это было, ну, типа, нормой, знаете, в 90-х годах, ну, как нормы. Да, у нас во дворе ходил, где-то еще ходил, кто-то рассказывал. Ну, то есть мы не одни такие, что именно к нам в садик ходил какой-то там дед, либо мужик, который показывал свой причиндал. Вот. Но страшно то, что мы-то не рассказывали родителям. Мне кажется, родители, если кто-то из нас рассказал родителям, родители бы бошку оторвали этому чуваку. Вот. И мне интересно, они вообще остались сейчас? Ходят вот так вот, малыши гуляют, где? Или сейчас такого нет уже? Повымирали, наверное, все. Ну, лично у нас здесь парки, лично мне в парках никто ничего не показывал. Я вчера залезла на свой донат, и какой-то мальчик мне когда переводил помощь развитию моему каналу, говорит, давай, косточка, говорит, давай поговорим с там, самый большой, значит, член, который у тебя был. Слушайте, ну на самом деле, я же не могу сказать, что, может, у меня самый большой член, это был 10 сантиметров. Но я вспомнила историю моей знакомой. Она общалась с парнем. И парень метр с кепкой, блядь, вот просто, знаете, вот так. И она общалась, и все, у них, значит, до интима дошло. Она аж закричала от того, что она увидела у него, когда он снял трусы. Ну, то есть парень, знаете, у него ручки были, вот у меня вот такая, видите, ладонь, рука большая, а у него, наверное, вот где-то половина. Вот такие маленькие ручки, пальчики, знаете, как у динозавров, тиранозавров. Вот такие, ну, я-то его просто видела, вот. Вот такие вот пальчики маленькие, такой вот он несуразный, жопы у него нет, значит, и голова, значит, вот такая большая, шевелюра, вот я как сейчас помню. В сиськи мне, значит, дышал, в сиськи, в грудь, вот, ага. И она, говорит, потом рассказывает, ну, мне-то смешно-то, то есть, ну, блядь, когда ты видишь человека, как он выглядит, говорит, до интима дошла, она говорит, я такого никогда в жизни, говорит, не видела. Это как вот из порнофильмов, говорит, у него. Говорит, маленький, все в корень ушло, говорит, все просто в корень. Глянь, здесь это неудобно резать. Прям попадаю в эти, в мелкие косточки. Сейчас, ой, с другой стороны мяско порежу. Она нежная очень получилась. Так вот, она говорит, я такого в жизни не видела. Во-первых, говорит, у него, он настолько был толстый, говорит, длинный. Нет, ну не прям как 30 сантиметров, да, как говорят, что у Петра Первого, типа, вообще там трындец какой. Он высокий, нога у него там какого-то размера нет. А это все в корень, просто в корень ушел, и она... Говорит, я так испугалась, говорит, у меня там все так сжалось, что мы еле-еле, говорит, вообще позанимались сексом с ним. И я ему говорю, лежим, говорит. Ну, во-первых, говорит, я ахнула, когда он снял трусы. Снял трусы, значит, говорит, я не могла, я говорю, это все твое? В смысле, говорит, вот. А потом, говорит, лежим уже после этого. После, говорит, ну все классно, там со смазками, там со всеми делами, поплевали 10 раз. Ага, говорит, все нормально, закончили, говорит, потом лежим. Я у него спрашиваю, говорю, слушай, ну а тебе вообще кто-нибудь говорил о том, что у тебя большой размер? Он говорит, ну вообще да. Говорит, ну для меня он как обычный, я этого не замечаю. Вот эти вот. Косточки неудобные, глянь. Вот. Он говорит, я не знаю, с
сколько, говорит, там, конечно, сантиметров. Раздербанила индейку, чтобы не мучиться на видео, а просто спокойно есть. Что-то я ее не порезала заранее, думала, что это на видео. Ну вот. Ну, парень, он не хвастался. Знаете, не было такого. Да, я герой, у меня такой причиндал там, блядь, охеренный. Но девушкам-то в основном, а девушкам не нравятся огромные размеры, потому что это приносит дискомфорт. Это долго. Он периодически начинает просто падать, потому что, ну, из-за своей ширины, высоты. Вот, мужчины это постоянно поднимают себя. Ну, то есть, и мужчине, и женщине, я считаю, что это приносит дискомфорт. Средние, оно самое то, как я говорила, главное, не тонкие. Так вот, подождите, что я хотела сказать. Она, ну, он нормальный, кстати, парень, все, они там, ну, и дальше стали заниматься сексом. Потом ее, знаете, что смутил тот факт, что он ей как-то в очередной раз говорит. Говорит, давай, а ты умеешь делать массаж простаты? Он говорит, нет. Он говорит, вот бы мне хотелось, чтобы ты засунула пальчик в попу. Он говорит, я вот хочу вот массаж, это простаты. Ну, и после этого они перестали общаться, потому что она говорит, ну, это... Говорит, ну, иди к проктологу. Иди к проктологу. В чем проблема? Он тебя промассажирует, говорит, еще мне ковыряться в твоей заднице, говорит, пальцем. Ну, то есть у нее вы... отвращение от мужика, да, из-за этого. Хотя, с другой стороны, ну и что, сделала бы ему массаж простаты, все нормально. Ну, если любимый человек, почему бы и нет? Сколько людей, конечно, столько и мнений, я никого не осуждаю. Просто рассказываю историю. Вот. Расстались, но я думаю, что просто это не ее был человек. Особой любви там так как таковой не было. Да, было прощение. Фу, прощение, господи. Было у них совпадение там в сексе, что приятно им было вместе. Да, но не было любви. Вот это, знаете, бывает, как вот ты терпишь, а то херакс, от какой-то ерунды ты взрываешься и все, и разрываешь отношения с человеком. Ну, я думаю, что, скорее всего, это было так. Вот. Это я же рассказывала в самом практически первом видео. Если кто не смотрел, посмотрите. У меня был мужчина. Мы с ним 3 месяца... значит, не спали, не было у нас с ним интима. Я все время удивлялась, ну почему? Просто поцелуй, обнимание, да, вот нежности. Ну, явно мужчина. И не поверю я в то, что мужик берег меня там на какой-то, блядь, там случай. Нет. Ну, оно так и было. Оказывается, у него он поднапился, потом у нас произошел... Ну, как произошел? Ну, мы попытались заняться, да, с ним сексом, и у него там в стоячем положении 5 сантиметров, ну, как спичечный коробок примерно. Но это было лет 10 назад. Не, поменьше, перед отъездом моим в Волгоград. Вот, ну... И что меня больше шокировало, так это его огромные яйца. Ну, то есть у него член вообще был малюсенький. А яйцами можно было подметать весь двор. Вот. Поэтому тут физиология такая штука. Не угадаешь. Ни по носу, ни по рукам. Ни по голове, ни по ногам, какой у него размер, абсолютно вообще не угадаешь. То есть это настолько противоречивое мнение, я не знаю, кто это придумал, что можно мужчину определять по там каким-то вот
частям тела, что у него там будет в трусах. Вот, вот один из примеров я вам привела, ну, вот этого молодого человека, метр с кепкой, который, когда там двухметровый лоб, такой здоровый лось, знаете, ой, извиняюсь, мужик, ты думаешь, что, ну, ну как так, вот, ну как так, природа, ну что, ну пошутила, ну зачем-то, и там вообще, ну как у... Я не знаю, как у подростка, хотя я как у подростка не видела, ну, примерно, да, такое вот сравнение, пускай глупое, но все равно. Вы мне под комментариями напишите, какие темы вы хотели бы обсудить, послушать. А то вы раскачиваетесь очень долго, я не знаю, вот, ну... Хотя бы направили. Давай проговорим про это. Ну, мне девушка еще, кстати, здесь писала про то, что говорит, давай поговорим про бывших. Нет, не про бывших, а... Ну, бывшие я одно видео выпустила, но оно такое, коротенькое. Надо будет подумать про... Поговорить с вами про бывших жен, про бывших девушек. Более подробно, как они себя ведут, что они делают. Слушайте, ну, блин, мы же тоже бывшие, чьи-то бывшие, правильно? Поэтому этот разговор вполне возможно будет и про нас самих, как мы ведем себя, потому что мы все собственники, мы не умеем отпускать. Ага, он с другой тёлкой, значит, замутил, мы про эту всю тёлку узнали. Ну, короче, это уже отдельная история, будет для следующего моего мукбанка. Ребят, всем спасибо, кто подписывается на меня. Всех целую. Пока-пока.